Всем привет, ребят! Ну что, наконец-то я прокачал на английском сервере Космо. Честно, Космо просто обалденный герой. Ну, как видите, у меня здесь уже 25 уровень. Ресурсов надо немерено до 30 качать. Просто Unreal. Камней очень много. Вот переход на 26-й, 135 камней надо. Ну, два раза у нас по 260 продавали, поэтому... Я прокачал. Как видите, надо 149 миллионов опыта, чтобы апнуть. В общем, как-то так. А если брать просто прокачку с 20 на 21, 65. Вот так вот. Так, что у нас сегодня интересного? Позабирал скины. Даже поставил один забор специально, чтобы посмотреть, как оно будет выглядеть. Вот так вот выглядит этот скин. На таблетке пока не получил еще скины. Ну, не знаю, такое. Ну, в принципе, как видите, прибавка 340 тысяч. Ну, не знаю, такое, как по мне, это такое себе. Вот так вот выглядят теперь казармы. У них прибавка получается... Ну, они у меня не максимальные, по-моему. Девятые до десятки не дотягивают. 216. Ну, в принципе, тоже неплохо. Так. Также алтарь. У меня он тоже не особо прокачан. На семерку пока что. Потому что больше пока не продавали. И вроде все. Сейчас мы зайдем в скины, посмотрим, что там у нас есть. Открылся новый скилл. Следующий будет на соточке. Он уже понижает атаку на 30%, скорость атаки и скорость передвижения на 40%. Следующий будет пятый на... А, нет, пятый будет на 90%. У меня пока какой общий там уровень? 77%. То есть будет и 6-й, судя по всему. Вот так вот. Ну, думаю, завтра будут продавать скины. Вот надо еще скин. Кстати, можно тоже улучшить. Так. Забор у нас уже максимальный. Да, все, еще на таблетке не получил. Ну, такое. В общем, это так, знаете, чисто для красоты и, по сути, те улучшения. Ну, возможно, где-то и помогут, но пока не знаю. Так. Прокачку я вам показал. В принципе, таблетки. Ну, таблетки тоже будут улучшены, только жизнь давать. Герой просто бешеный стал. Я сейчас я вам тоже покажу. Поехали, поиграем в акции. Так, надо нам волны пройти. Поехали, сольемся. Надо было воодушку на героя поставить. Ну, все, герой слился очень быстро, как-то странно. Возможно, для волны Джей поможет. Хотя, я думаю, можно и без этого пройти. Надо просто расту поставить и забор. Я этого не особо хочу делать. Так, окей. Поехали. Так, забираем. Вот через 11 минут следующее. Хотя написано... Ну, зайду. Через 11 часов. Вот так вот. 3 из 3 я забрал через 11 часов. А, вот оно что. Видите, сколько? Вот так вот. Через 11. Это у нас как раз получается. Да. Завтра утром. То есть 9 дней оно длится. Ну, в принципе, неплохо, я так понял, до Пасхи. Так, поехали сюда. Что у нас тут сегодня интересного есть? Блин, когда они увеличат уже почту? Хотя бы до соточки. Чтобы было как-то интересно.
Ну, отсюда самое топовое это то, что мы можем получить. Я, как бы для меня это то, что я могу карты на архи получить. Больше в этой акции такого нужного. Хотя, по сути, мне вообще тут на этом сервере ничего не надо, кроме новых камешков. Ну и книг. Книг надо очень много на прокачку. Я сам офигеваю. Их столько взять. Так, ну еще бы новый фон получить. Целых 20. Видите, да, сколько расходников дают? Вот карта архи. Что надо было? Еще одно. Отлично. Так, фул награды забираем. У архи будет у нас завтра. Хорошо. Такс. Поехали добьем и посмотрим еще другие акции. Надо было вчера забрать, можно было скин собрать. Неохота сильно перекачивать на другой талантик, их вот оставить все-таки это. Ну, посмотрим на космо. Я, в принципе, вам уже показал все сборки, еще хочу соживо сделать, потестировать, как оно будет. Но там вариант только ремка. Ну, смотря, конечно, куда. Но на ПВЕшной локации живо и воодушка будет тоже неплохо. Ну, при прокачке на тридцатку, по сути, нафиг не надо уже там что-то другое. Так, ну, дают зимний фон. Так, давайте карты на архи. Я ради них здесь. Не хотят. Отлично. Вот видите, 4 карты на архи вытащили. Еще надо очень много красных камней. Немерено просто. Ну, кристаллов, точнее. Там по 75 тысяч, там миллионами надо, я не знаю. Опять тоже надо будет скупать, только они будут на рынке. В принципе, их можно и получить из сундуков, но на рынке пока ничего, к сожалению, нету. Так, окей. Окей. Так, краб мне интересно, поехали в орбы посмотрим, что там интересного есть. Ну, в общем, осталось только фон получить и скин на таблетки посмотреть, и скин на героя. Так, какие у нас тут награды, посмотрим. Так, ну, в общем, здесь ничего не поменялось, здесь все как обычно. Вот еще обалденная акция на трату, посмотрите, какие здесь плюшки. Тратите 24 тысячи, получаете возвратом, получается 13 тысяч, получаете 100 легендарных яиц, сумок, питомца, 480 штук, обычных, вот так вот, пэтбагов получаете 100 штук четвертых за 3600, и феника 150 за 8400, и за 24 тысячи пятые сундучки. Вот так вот, неплохо, неплохо. Такс, что, попробуем что-то вытащить. Что-то у нас все съехало. Раньше было как-то оно на дереве. Сейчас посъезжало все. Странно. Странно. Тут, в принципе, ничего мы такого интересного. Ну, я отсюда доставал пару лованик. Ну такая, вот эти вот акции здесь, не ахти.
Все самое основное здесь продают на рынке, на хрустальном, то есть на таких. А на хрустальной, как бы там книги дают и кристаллы, это все Асура, ничего себе. Ну, посмотрим, как будут они новые кристаллики продавать. Реально их продают очень мало. Потому что прокачка просто бешеная. Ну и надо очень много. Так, забрали. Надо очень много книг. А сидеть качать, честно говоря, лень. Через пропуска. Можно, конечно, это делать, но очень долго. Так, что у нас? Апдейт. Убираем 50. Поехали еще сюда посмотрим, что интересного есть. Ничего себе, Триксия, ведьмочка, малышник. Коробочка, малышник, малышник, малышник. Призрачный и малышник, офигеть. Так, а что тут у нас? Ну, тут тоже эта акция. Здесь герои падают. Но падают одни и те же герои. Ничего не меняют они. Конечно, если бы они меняли, это вообще был бы топчик. Тут, видите, награды одни и те же. Ну, я же говорю, самое основное вы можете получить на рынке. Вообще такое. Ничего нового здесь нет. Ну, может сейчас какую-то имбу. О, ничего себе. Вытащили дракончика. Мега подарок, ребята, был. Карпия. Зериантик. Ну, как видите, тут в основном, ну, герои падают, вот череп, ничего себе. И герои, в принципе, падают, бывают разные и ресурсы, ну, получше в любом случае, чем на других серверах. Валька, нифига себе. Опять череп. Интересно, сколько здесь героев? Сейчас надо глянуть. Так, отлично. У нас сундучок забился даже. Ну, такое. Так, окей. Это вам показал, это вам показал. Поехали, покажу вам героя во всей красоте. Не стал я вам открывать уже прокачку. Возможно, попозже открою. Ну, в общем, смотрели, как обычно, как и шатал раньше, так и шатает. Вот видите, 500к пробивает. То есть пробивает, по сути, нехило так. Вот, добили. Ну, Бугича этого слила. Или слил, непонятно, какого пола этот космос. Но это реальный герой космос. Ну, он особо классно заходит, когда герои стоят кучно. Чисто для PvP-шных локаций самый сок. Так, ну давайте попробуем на аренку сбегаем ради интереса. Потестируем. А, я далеко очень. Тут. Ой, что это было? Так. Сейчас только хлоп и все. С панчбоксом, конечно, герой просто жесткий становится.
Еще можно на атаку собрать. Посмотрите, что с героев там случилось. Одна ты Кавказ жила. Ну, видите, не достал немножко до этого. Так, ну давайте. Так, ой, а что-то меня сюда перекинуло. Так. Я на арене хочу воевать. Аркаточка. Бешеный просто урон у героя, конечно. Так, тут понятно. Ну что, будут у нас какие-то топчики? Надо подниматься повыше в рейтинг. Ну что, что вы скажете на это, ребят? О, есть огник. Ой, огник, говорю, некрас. Поехали. Просто жесть. Ну, конечно, круто, камень убивает. Плюс зона. Все герои, которые попадают в зону, просто. Вот, кстати, вот видите, сейчас зона не туда пошла и все. Вот так вот. Затащили. Ну, вы видели, сколько смотритель снял с Бугичем? Нехило так. Тоже Бугиман имеет хорошую атаку. Вот в таком вот случае, видите, лучше, мне кажется, все-таки. Давайте еще разок нападем. Живо. Будет поярче, мне кажется. Но с другой стороны будет сливаться. Вот видите, Фрейя попадает. Но опять же, смотрите, как режет атаку. ССО будет тоже интересно. Офигеть. Не успела. Давайте еще заходик. Видите, она бьет и получается. Афину мы сейчас не убьем. Афина опять. У нас, блин, энергию смертушки снимают. Тут вообще наверху сейчас закинула. В общем, вот так вот. Но это один герой. Тестить смысла не вижу так. В общем, вот так вот. Такой вот герой. Не знаю. Пишите комменты, что вы думаете, что вы хотите увидеть. Силушка, как видите, растет. Можно еще больше сделать. Я пока не спешу, жду камешки. Хочу 30-ку ей вкачать. Будет атака фортов, и будет очень интересно посмотреть, что же все-таки герой может, как его там будет, как на атаке фортов будет тащить. Ну, однозначно тащить будет, потому что на волнах это просто аут, уже не раз показывал. Просто зональный урон, что еще надо. Там огник, там она. Или он. Так, ну все, тут у нас сейчас здание вытащат. Пум-пум-пум-пум-пум. Да, видите, здание добили. Ну, надо юнитов нанимать. В общем, вот так вот. Конечно, жестко. 30-й прорыв — это что-то нереальное, я вам скажу так. Потому что такие статы — это просто жесть. Ну, посмотрим. Все, всем удачи, участвуйте в конкурсах, ссылочка в описании. Всем пока.